городе, как Люшине, решили, наконец, поставить на Ильинской площади памятник Пушкину. По инициативе попечительницы сиротских приютов, ее превосходительство, была объявлена всенародная подписка, проведено торжественное открытие пьедестала. Комиссия под руководством ее превосходительства отвергла множество проектов. Сегодня в павильоне, построенном для возведения памятника, состоится заключительное заседание. О, здоровый, какой, куда это, не ко мне? Отгуляй, не подходите мне! Господа! Загребут! Откройте! Не открывайте! Откройте! Отпустите, кто там? Еремкин, спроси, кто там. Не хватай, кто там? Корреспондент столичной прессы. Вот. Не открывай! Павел Карпыч, он дверь вышиби. Еремкин, свет! Господи, благослови. Разрешите представиться, господа. Исполинов. Корреспондент столичной прессы. Специально командирован для освещения событий, происходящих в вашем городе. Прошу. Милостивый государь. Пешком. Изволили. Да, представьте себе пешком, ни одного извозчика. А вы знаете, у нас извозчики в 7 часов уже ложатся. А, благодарю. Да, а так примиленький городок. Да. У вас такое, да. Однако, а чем же столько собак? Почти как в Константинополе. А вы в Константинополе были? А как же? 2 года писал оттуда. Это ведь почти рядом с Одессой. Господа, позвольте задать вам несколько вопросов. Это у вас первый памятник? Пока будет первый. Культура нашего края. Да как же первый? А кладбище, вы забыли? У нас знаменитое кладбище. Обязательно сходите. Непременно. Не желаете ли сейчас? Ну, господин корреспондент, говорят, если не ошибаюсь, о городских монументах. Полководцы, вообще фигуры великих мужей. Нет! Нет! И еще раз нет! Вот вы скажите нам, господин корреспондент, почему Пушкин? Ну, я понимаю, как этого не понять. Ну, город и вообще культура. Мы люди интеллигентные, и нельзя, чтобы одни собаки. Собака. Но почему именно Пушкин? Мало ли других великих людей? Ха! Но Пушкин с точки зрения исторической... О, пошла история из географии. Ну что вы, господин Еремкин, слова не можете сказать без вашего «но». Но! Но! Это всегда так. Вы, очевидно, вообще не можете иначе. Не можете без «но». Ну что же мне делать, если так начинается «но»? Я вообще не думаю ничего сказать лишнего. Но! Кто это? Господи, спаси. Откройте, господа. Сама. Ее превосходительство. Уже. Здравствуйте, уже. Я так счастлива, наконец. Видите, можно сказать, а? Приблизиться, не так ли? Нет, лучше будет сказать. Зачем? О, лучше будет сказать, моя идея наконец близка. Зачем? Не так ли, господа? Я надеюсь, вы простите бедную женщину, которая так богата идеями. Ваша... Совершенно, 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 совершенно,
совершенно беспомощно в вопросах. Как это называется? Ваше превосходительство. Как это называется совершенно беспомощно в вопросах? Прозаической действительности, ваше превосходительство. Подожди. Вот, отойди. Видите, господа, какая у меня голова. Ну, скажите мне, зачем мне тело? Нет, ну, других я понимаю, на что-нибудь надо. Ваше превосходительство. Но мне? Зачем? Осмелись сообщить, ваше превосходительство. Вы просто дух, ваше превосходительство. Вы так думаете? Это просто необыкновенно. Ах, господа! Позвольте вам представить самого умного человека в нашем городе, господина Мухоморова. Мухоморова? Кто Мухоморова не знает? Господа! Мы катались на авто с Иваном Ивановичем и с господином Мухоморовым. И я решила пригласить его в члены нашей Пушкинской комиссии. Просим, просим, просим. Садись, садись. Садись. Мухоморов. Польщен. Господа, высоко польщен. Однако, как глаз народа, молчу и покоряюсь. Господа. Когда мне пришла идея поставить нашим Коклюшине памятник великому Пушкину, я... Вы понимаете? Но теперь, когда... Вы понимаете? Господа, почему же мы не заседаем? Или мы уже... Ваше происходительство. Прошу вас, заседайте, господа, заседайте, заседайте. Так что ж, давайте, давайте, Павел Карпович. Ну, вы городской глава, вам и открывать. Гаврил Гаврилович, но заседать так заседать. Стало быть, открывайте. Господа, кому желательно, прошу. Кому желательно? Прошу. Позвольте мне. Нет, нет, я без но. Я быстро. Просто надо, чтобы Павел Карпович в ознаменовании, так сказать, присутствии выяснил нам значение, высказал свой взгляд на творение и личность усопшего поэта. Да, а не мешало бы выяснить. Ну-тика, Павел что? Карпович. Что? Выяснять я ничего не могу. Пушкин, так Пушкин. Что-то неясного. Павел Карпович, как вам не стыдно? Неужели вы не знаете Пушкина? Я же первые 3 рубля внес. Ваше превосходительство. Стало быть, знаю. Если бы не знал, то не взносил бы. А от того, что знаю, не желаю выяснять. А вы, Гаврил Гаврилович, вместо того, чтобы насмехаться надо мной, взяли бы лучше, да сказали. Позвольте, а при чем тут я? Как всем известно, я не такой уж поклонник господина Пушкина. А в комиссию я согласен, потому что образованный человек, и все наизусть знаю. Не люблю, но знаю. А говорить мне нечего. Пушкин. Ну так ставьте Пушкину. И поставим. Ну так ставьте. Поставим. Ставьте, господа. Ставьте, господа. 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 Чем пререкаться ее происходительству огорчений делать? Лучше давайте делом займемся. И вот эти господа на нас косятся и... Думаю, чем занимается вместо дела. Помилуйте, нам оказана такая честь. Ну-ка, милый, покажи, что натворил. Показывай, показывай. Вот, пожалуйста. Прелесть. Просто удивительно. Так это самый есть Пушкин? Разумеется. А почему он без брюков? Где у него штаны? Ну, извините, почтеннейший, но Минин и Пожарский... Так Минин и Пожарский в то время вообще ходили без брюков. Теперь стыдно? Здесь
редкость недоразумение, Павел Карпыч. Вы просто не знаете требований классицизма. Ну, господин скульптор, объясните же ему. Подчиняюсь приказанию ее превосходительства. Итак, что такое памятник? Памятник – это монумент. Я надеюсь, никто не будет возражать. Я возражаю. А раз монумент, то он и должен быть монументальным. Все слишком грубое, все слишком человеческое, обыденное и пошлое отпадает. И брюки? И брюки. Как вам будет угодно выразиться. Я хочу дать величие, а не брюки. Я художник, а не портной. Брюки. Брюки на вас, из почтеннейший. А как же? Еще я бы тебе без брюк ходить стал. Ишь, какой хитрый. Прошу, прошу. Я прошу вас, прошу, господ, членов, держать. И вот вам мой сказ. Голова нельзя. У нас мимо памятника девицы ходить будут. Ваше происходительство. Я ничего не имею. Пушкин, так Пушкин. А неприличия я не допущу. На мне медаль. Одень и ставь. У нас здесь не спальня, а прохожая улица. Стихи всякий писать может, но ставить монумент человеку, который был убит в какой-то драке. Да, смерть не христианская. Наголизны одобрить не могу. Осмелюсь и я. Было бы странно, если бы зимой в морозы по 30 градусов и более на площади, занесенной сугробами, возвышался голый человек. Боже мой, ну что? Что они говорят? На него глядят-то! Сам зубами защелкаешь. Ну, не могу же я его шубу. А не можешь? Так чего ж ты берешься? Вот так вот. Ты же такой важный. Это же... И не ты будешь стоять. Это папуасы. А он. И не ерепенься. Ваше превосходительство. Но я... Позвольте мне удалиться. Ну, вот тебе слова сказать нельзя. Какой обидчивый. Сядь. Посиди. Не расстраивай компанию. Может, у другого и того хуже, вместе ругать будем. А теперь твой черед, показывай. Здесь. А что это он за нос-то держится? Сморкается. Монумент? Что вы ей-богу морочите? От дела отрываете, а? Ну и да, где же? Да, странно. Господа, а вот это вот неприлично. Нет, хорошо. Хорошо. Ха, а то величие. Видал великих. Так его и надо. Браво, молодой человек, браво. Несколько слов. Я надеюсь, вы меня поймете. Хотя от рождения я одинок. Мне надоело ваше лживое искусство, и я кладу ему конец. Но какой он сердитый. Да, выпил, потому и сердится. Довольно, мне надоело. Я ненавижу ваши лживые города с их бездушными героями. Долой старую ложь! Пушкин был велик не тем, что писал стихи, как выразился здесь какой-то идиот. Ну, позвольте, кто дал вам право? Пушкин был велик тем, что был человеком. Вам, ничтожным людишкам, нужно, чтобы ваш герой сидел на коне. А мой сморкается. Нет, ну идея где же? Где же идея? А вы не понимаете? Нет. В насморке.
Что, не нравится? О! Не любит? О! Ну, дорогой мой! Ну, я вам не дорогой! Если у меня нет почетного звания, как у этого академического тупицы, то это не дает вам права называть меня дорогой! Я протестую! Вы протестуете? Я ухожу! Черт несчастный! Иди, иди отсюда! Папуасы! Люстик, представляете, себе такое, что я даже не знаю, что в таких случаях делается. Вон! Вон! Вылезьте отсюда, вон! Выводите. Выводите. Я все позволял. И все позволяю. Я сам крикну по вашей подлой терминологии. Эй, человек! Выводи человека! Рожи проклятые. Этого не пишите. Иди, 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 иди. Я ж сам по себе знаю. Вот так. Завтра проснешься и поговорим. Ты хам. Ну вот. Надин, ты меня понял. Поцелуемся. Сколько угодно. Сколько угодно, мил человек. Сколько угодно. Ну, давай. Оставай. Вот, встряхнись. И не плачь, не плачь. Мало ли что сморкается. Ну, ничего особенного. На извозчика-то есть, а то возьми, завтра отдашь. Какое некультурное происшествие. Молодой человек сидел так скромно. И вдруг... О, отправил. Ну и народ. Хочет еще этого первого догнать. А. И забью, говорит, как собаку. Ну что ж, после такого скандала по домам, ваше превосходительство. Продолжим заседание. Открывается и продолжается, ваше превосходительство. Раз прогнали обоих, решаем. Как памятник будем ставить? Но, может быть, объявить новый конкурс? Ой, с ума сойдешь, ей-богу. Ну, Мухоморов, почему молчишь? У тебя же сказывает ума палата. Предложи. Ну, давай. Я мыслю об единообразии. Понимаете? Раз если Пушкин был один, то на каком таком основании памятники ему должны быть различны? Верно. Мыслю так. Отбросив лжемудрие, воздвигнуть монумент по образу столичного, московского. И изволили видеть, со шляпой в руке, для обозначения задумчивости, и в альмавиве, то есть в плаще. Верно! Правильно. Так, дадим по сотняге этим художникам за беспокойство и приступим. Благословясь. Мухоморов, ох, Мухоморов! Умница! Хорошо! Итак, принято подавляющим большинством. Ваше превосходительство, честь имею. Уже? Разве уже? Какие вы милые. А когда? Я так задумалась о нашем дорогом Пушкине. Уже, уже, ваше превосходительство. Поздравляю, господа. Осталось решить,
Куда нам этого Пушкина послать? Господа! Что ж вы, господа? Здесь пресса. О, черт, забыл. Меня удалить? Вот именно, голубчик. Не беспокойтесь, я удаляю. Пожалуйста, ради бога. Тут другой выход есть какой-нибудь? Да нет, я, ну, я же тебя другой прошу. Выход. Я тебе завтра прошу вас. Расскажу, а сейчас от греха подальше. Ха! До свидания. Молодец. Расскажите, Павел Карпович. Ничего не понимаю. Это так романтично. Что? Что? Тень. Его. Кого? Пушкина. Да ну, Господи, благослови. Перестаньте пугать. Ее превосходительство не от мира сего, Афис. Но я полагаю, что опять нам. Опять нам вот залетели местами столь отдаленные, тогда и покаяйте. Ну, да чур меня перечур, господа. Господи, благослови. Господи, садитесь поближе. Кажись, пора и приступать. Политика. Ой, Господи, всю жизнь я этого опасался. А вот пришлось же на старости лет. Мука мученическая. Этот ваш Пушкин. Да, фигура. Сказано, от тюрьмы до отцумы никогда не отказывайся. Кто мы есть, человеки? А над нами перст. Куда он укажет, туда и пойдем. Пожили, побаловались, детей жалко. Спокойно, господа. Я сам. О! Ту! Еремкин! Я здесь! Прикрути. О, Мухоморов. Навостри уши. Дело негромкое. Готов к услугам. Ну и ладно. Способности мои преувеличены глазом народа, но насколько могу, я весь внимание слушаю. По какой статье? Статья неизвестная. Плохая статья, нехорошая. Надо поставить этого Пушкина. А как поставить? Чтоб без нарушений. Понимаешь? Политика. У нас там что? Богоугодное заведение. Нет, Гаврилыч, это твое хозяйство, тебе там стоять. Слушаюсь. А супротив... Оставка. Правильно. Вот вам быть там. А сзади нас... Сиротский приют. Ермкин, верно. А сироты — это учительское дело. Значит, там твое место. А мы с тобой, считай, у меня на свечном заводе. А куда нам? А вы у нас на начальственном месте, ваше превосходительство. Хорошо. Вот такая у нас Ильинская площадь. Да. Расположение затруднительное. Верно, 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 верно. Требующее крайней осторожности. Так я не маленький, сам понимаю. Встань-ка, голубчик. Вон туда. Будешь у нас с Пушкиным. Иван Иванович, умоляю. Иван Иванович, умоляю вас. Вот-вот. Умник. Да, и куда его задом приткнуть? Спиной, понимаешь?
Думали мы, думали, после долгой канители решили поставить его задом к острогу. Голубчик, повернись-ка задом к его благородию. Вот, так будет никому не обидно. А? Верно? Мухоморов. Мухоморов. Ну, Мухоморов, не томи, говори. А? Мухоморов. Ну, говорите, уважаемый. Мы ждем. Говори, Мухоморов, я вижу по твоему ехидному выражению, что мысль есть. Я только одно позволю себе спросить. Что такое острог? Острог это для арестантов, ну что тут понимать? Так-с. Для арестантов? Так, а что такое арестант? Не знаете? А я вам скажу. Арестант – это жертва правосудия. Да. А раз здесь правосудие, то к кому вы изволите ставить господина Пушкина задом? Батюшки. Вот именно. Батюшки. К правосудию. К самим законам. К министерству. Юстиции. Господи, как Бог спас. Слушай, Еремкин, а если мы его поставим задом к сиротскому приюту? А? К сиротам? Да, к сиротам. Нет. Спиной к сиротам. Не позволю! Ваш происходитель! Какая ужасная идея! Позволю лежать моих бедных! Ваш происходитель! Да я же, Иван Иванович, поверите! Успокойтесь! Да я же сам сразу помогу! Вот и выходительство! Повернись! Повернись, голубчик! Удивляюсь вам, Балкарпыч, человек вы семейный, с достатком. И такие мы. Язык мой, враг мой. Я ничего не знаю. Я председатель. Господа, кому желательно? Позвольте мне. Ты что спятил? Думаешь, двери затворены? Так тебе все позволено. Лишаю голоса. Нельзя. Нельзя. Как человек многоопытный и весьма искушенный, предложу. А не поставить ли нам господина Пушкина их задней половиной в сторону дома умалишённых? Поясню, что есть умалишённые. Погоди, голубчик. А что смеешь? Ну я же, что ей-богу. Кто тебя сотворил? Значит, спиной к желтому дому. Да? К умалишенным. А лицом? Лицом. Да-с, лицом. Ну, подожди. Дай сообразить. Так. Да, получается на острог. Так-с. На острог. Хорошо-с. А не скажут ли выше? Почему это господин Пушкин в городе, как клюшенье, заглядывает во строк? Не если это придерзностный намек на неподлежащее нашим осуждениям существа власть придержащих, да? А это не я. Это он. Да-да. Ай-яй-яй-яй. Господа! Соблазн! Форменный соблазн! Это уж самые отдаленные. Не ближе. Нас. И то, если со снисхождением. Не имел дурных знаний. Вот видишь, каково это.
а других осуждаешь. А ежели вдумаешься, то со всех сторон с этим Пушкиным каторгой пахнет. Хорошо, среди нас умный человек есть. А ежели нет, то поминай, как звали, тю-тю. Отрекаюсь. Вот видишь, каково. А по-моему, не так уж это трудно. Только б ум был. Позвольте мне. Это свечной завод, говорите? Да. Так вот и поставим его спиной к свечному заводу. Хорошая мысль. Как не знаю. Думаете? Не знаю. Может, хорошая. А может, и не хорошая. А ты все молчишь, Мухомор. Господа, что такое свеча? Свеча. Это свет. Следовательно, кому станет спиной господин Пушкин? Свету. Просвещению. Самому Министерству народного образования, находящемуся под попечительством особ царствующей фамилии. Ваш посадится. Помогите поставить. Вот как вашей душе будет угодно, так. Я не понимаю. Или я должна. Если дело касалось еды, я могла бы, но здесь. Помогите же нам, гениальный ум. Мы умоляем вас. Ну уж нет. Ну, какую я имею право? Извольте сами. Ну? Еремкин. Вот так. Ну, что, что, перед тобой на колени, что ли, становиться? Ну, вот смотри, просим. Извольте сами. Ну, что ж ты упрямишься, как козел? Скажи! При твоем уме это ведь как тьфу, и рассеречь, а мы мучаемся. Извольте сами. Скажи. Мы умоляем вас. Умоляем. Умоляем, говорим. Просим. Мы просим умоляем вас. Бога ради. Ну, хорошо. Мысль такова. Памятника не ставить. То есть как? А очень просто. Жили без Пушкина. И дальше проживем. А постамент? А что делать с постаментом? Постамент? Постамент. 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 Укрыть. Укрыть? Как? Чем? Курганом. Курганом? Курганом. 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 Досыпать курган. Ха! Ура! А! Ура! 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 Курган – это как у скифов. Как у скифов. Вот это курган. Вот это ум.
Это как у скифов. Курган. Курган. Это как у скифов. Господа! Шампанского! Июля сего года в городе Коклюшине был открыт исторический курган в честь годовщины железнодорожного сообщения со столицей. Прошу забрать. Что такое? Сейчас он упадет. А, уже сейчас? Господи, а мужа нет. А он в буфете, мама. О, он вечно в буфете. Честь тебе. Скажи папе, сейчас он упадет. Слышишь, сейчас. То самое роковое место? Конечно, дорогая, ты же видишь, оно огорожено. А, ты что тут делаешь? А я убираю камни, чтобы что он ему было мягче падать. О, хорошо, хорошо. А мальчишка-то прав. Кирилл, принеси-ка песочку. Слушаюсь. Я француз. Англичанин, француз. Англичанин. Сколько? 28. 26, кажется, старше от страха. Пары. 10 на 100. Запишите. Исправник. Честь имею. Кто такой? Сколько лет? Неизвестно. А как попал туда? Почему не снимут? Пробовали. Но безуспешно. Все лестницы коротки. Давно он здесь? Двое суток. Ого. К вечеру упадет? Через 2 часа. 100 на 100. Запишите. Ай! Ай-яй-яй! Ай! Ого! Поберегись! Господа! Прошу очистить место для падения! Я глубоко... В ожидании падения, господа, вы можете закусить буфет к вашим услугам. Пиво прошу. Мама, мама, папа
папа сказал, чтобы ты не волновалась, что он успеет, что он с каким-то господином в шахматы играет. Нелли, скажи ему, что я требую. Требую. Америки! Сударыня, ради бога, мой аппарат. Где? Да под вами же, под вами. Фи, какой скверный ваш аппарат. А я сижу и думаю, от чего мне так скверно сидеть? А это от того, что я сижу на вашем аппарате. Сударыня! А вы знаете, я думала, что это камень. Вижу, лежит что-то черное. И думаю, неужели это камень? А это, оказывается, ваш аппарат. Но почему такой маленький? Ведь фотоаппараты бывают такие большие, а он такой маленький. А я не думала, что это ваш фотоаппарат. А вы не могли бы меня снять? Там нет скалы, в этой обстановке. Да как же я вас сниму, когда вы сидите на нем? Неужели он снимает? Это мое место. Я 2 часа уже здесь сижу. Какое мне дело, сколько вы тут сидите? Отсюда мне будет виднее. Ну и мне будет отсюда виднее. Вы что-нибудь в этом понимаете? Ну что тут понимать? Человек должен упасть, вот и все. А вы видели, как падает человек? А я видела. Сразу 3. 2 акробата. 1 канатоходец. И 3 аэронавта. Но выходит 6. А вы видели, как на ваших глазах зверинцы, тигр, разрывает женщину? Не видели. А я видела. Но я не понимаю. Ах, вы знаете, я так устала. У меня совсем занемели ноги. Мужчины такие хамы. Никогда не уступят места. А что это у вас? Мятные лепешки. Как? А разве они нужны? Когда долго смотреть наверх, начинает обязательно тошнить. Нашатырный спирт у вас есть? Ах, я скажу мужу, он в буфете. Ваш муж негодяй. Смотрите, какой он бледный! Вы видите, как опасно лазить по горам? Спокойно!
молодой человек! Дети, смотрите! Небо ясно! Погода прекрасна! А он должен упасть и разбиться насмерть! Люди! Какая трагедия! Только сегодня, спешите верить, только 5 копеек. Прошу. Наблюдаю картину трагедии. Лицо несчастного молодого человека. Скажите, сколько здесь саженей? Чего? Ну, 30, 50. 40, 30. 20 на 100. Запишите. Я видела, как человек падает с неба. Слушайте, дети, слушайте. Он вылетел из облаков и трах о землю. Землю? Почему его не снимут? Господа, мне сказали, что он кричал «Спасите меня!» Ну почему же его не спасают? А действительно, почему его не спасают? Молодой человек, вы кричали «Спасите меня!» Спасите меня! Кричал! Вот видите, он кричал «Спасите меня!» Почему же его не спасают? Это возмутительно! Полицейский! Что вы тут делаете? Очищаем место для падения. О, это разумно. Но почему вы его не спасаете? Вы должны его спасти. Дети, дети. Это ваш долг человеколюбия. Господа, раз человек просит, чтобы его спасли, значит, его необходимо спасти. Не так ли, господа? Совершенно верно. Его надо спасти. Господа! Мы не язычники, мы христиане. Мы должны любить ближнего. Раз человек просит спасти его, значит, должны быть приняты все необходимые меры, чтобы его спасти. А, господин исправник? Да. Господин исправник, вы приняли все меры? Все. Все до одной? Решительно все. Решительно.
так. Молодой человек! Все меры для вашего спасения приняты! Господа, все меры приняты! Господа! Ведь это же возмутительно! Государство не может оставлять человека в опасности! Не надо. Это, господа, возмутительно! Анархист! Либерал! Пари! 20 на стол! Запишите! Да здравствует свобода духа, господа! Третья Государственная Дума! Демократия! Народность! Свобода духа, господа! Дмитрий! Мой муж! Дмитрий! Иди к нам! Какое ничтожество! Эй, вы! Наверху! Не слышит? Высоко. Эй! Куда вы? Поговори. Эй! Эй! Как там? Очень скверно! И выпить нельзя. Что ты такое говоришь? Человеку сейчас надо умереть, а ты его волнуешь всякими соблазнами. Послушайте, мы все время пьем за ваше здоровье. Вам не повредит? Дмитрий! Дмитрий! О, смотри, сколько народу. Нельзя сюда! Да нельзя! Люди! Слушай, давай спускаться, а то он упадет, давай. И буфет закроют. Или... Корреспондент! Корреспондент! Боже мой, корреспондент! Приветствую! Нет! Смотрите, дети, этот самый главный корреспондент. Что напишет, то и будет. Смотрите, дети! Очень рад! Прошу вас! Где пожалуйста. Понял? Пардон. Так, выше, 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 выше. Выше, 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 выше. Выше, 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 выше. Выше, выше. Выше. На. Ниже. Ниже. А вот и он. Положение. Фотографировали индивидуально? А как же, дали общую картину местности. Обрисовали бедственную ситуацию молодого человека. Интересно, очень интересно. Прошу, господа, соблюдать тишину. Тихо! Тише, господа!
хотите. Прошу всех соблюдать тишину, повторяю. Уберите собаку! Слушаюсь! Позвольте представиться. Главный корреспондент столичной прессы прислан по специальному заданию редакции для освещения данного события. Как вас зовут? Ваше общественное положение? Не слышу! Что, всегда у вас так? Вы холостны? Холост! Ага. Ну? Вы так думаете? Хорошо. Запишем женат. А сколько у вас детей? А? Кажется, он сказал трое. Трое! Хорошо. На всякий случай запишем пятеро. Какая трагедия! Пятеро детей! А как вы попали в такое положение? Что? Не слышите? Он охотился! Он просто лазил по скалам! Да нет же! Он лунатик! Позвольте, позвольте, господа. Он ведь не с неба свалился. Впрочем, несчастный молодой человек с детства страдает припадками лунатизма. Яркий свет полной луны, дикие скалы, сонный швейцар, несчастные родители не доглядели. Последний вопрос. Что вы хотите передать нам, своим согражданам, уходя в лучший мир? Чтоб все вы пошли к черту! Решительный противник закона о добрачном замужестве. Ведь добрачное замужество... Где он? Несчастный молодой человек! Господа! Господа, здесь еще никого не было из лиц духовного звания? Нет. Господа, я прошу тишины. Тихо! Заблудшая душа жаждет последнего воссоединения с небом. Не желаете ли вы, сын мой, примириться с небом? Откройте мне свои грехи, я немедленно дам вам отпущение. Что? Не слышу! Если вы не уберетесь к черту, я прыгну вам на головы, а во мне пять пунктов! Боже мой, у меня кассета заела! Одну минуточку! Беги скорее за папой, скажи, падай! Подождите! Боже мой! Ах, бедный молодой человек! Поторопитесь, сын мой! Соберите силы для главных грехов! Во-первых, не украли вы! Во-вторых, не прелюбодействовали! В-третьих, не убивали вы! В-четвертых, не богохульствовали вы! В-пятых, не желали вы жены ближнего своего! Слава Богу, успел! Поздравляю вас, сын мой! Вы примирились с небом! Теперь вы можете спокойно уйти в мир иной! Господа! Вы были свидетели. Он примирился с небом, господа.
Благодарствую. Он будет падать или нет? У меня солнце уходит. Прошу вас. Прошу. Сдавайте, господа. Вы мне можете объяснить, когда он будет падать? Когда он будет падать? Успокойтесь. У меня солнце уходит, вы можете господин исправник. Объяснить, когда он солнце будет падать? Успокойтесь. Они совершенно не умеют себя вести. Давайте уйдем отсюда. Одну минуту. Послушайте, почтенный. Вы не желаете свалиться поскорее? Разве вы не видите, что все только этого ждут? Как джентльмен, вы должны доставить им удовольствие, а себя избавить от унижения. Бросайтесь быстрее! Если вам не хватает смелости, я вам помогу хорошим выстрелом! Куда нельзя? Куда нельзя? Остановите этого идиота! Иначе я за себя не ручаюсь! Уберите же этого осла! Ведь он меня застрелит! Картина безумия! Вспоминайте Гамлета! И скажите хозяину, что я больше не могу! Хозяин! Ой-ой-ой, простите. Это для вас. О-хо-хо. Ретузов, господа. Позвольте. Этот негодяй в рыжем пиджаке сейчас нанял другого негодяя и привязал его к скале. Так он привязан? Говорит, привязан. Ну да, конечно, привязан. Что это, господа? Бей его! Что такое? Господа, оставьте! Оставьте меня, господа! Что это такое, господа? Оставьте! Я так больше не могу! Господа, публика скучает! Единственное желание раздеть! Хозяин!
Я что здесь, до второго пришествия висеть буду? Развлечь публику, господа! Мы тут волнуемся, мы тут беспокоимся, а он упасть не может. Что такое? Почему он не будет падать? Я ничего не понимаю, а кто тогда падает? Мы же говорили, папа, он привязан, успокойтесь. Не будет падать. Он должен упасть! Извольте объясниться, милостивый государь! Вера, надо объясниться! Правильно! Публика! Публика скучает, господа! Успокойтесь! Не дайте мне! Несколько часов! Успокойтесь, господа! Несколько часов! Вспышки! Что такое? Вспышки альтруистических чувств, господа! Исключительно желание... Убежать! Господа, несколько часов приятного волнения, господа! Отель наверху, ваш! Скучает публика, господа! Два часа подъема нервов, господа! Ваш! Два часа подъема! Я что здесь? До второго пришествия висеть буду! Уговорились до четырех, а теперь уже вечер! А вам-то что? Вам что? Что? Вам что? Снимают вас по ночам или нет? Еще б не хватало, чтоб я и по ночам здесь Господа, что идет? Господа, не могу живем оставить, господа! Я видела, как птица разорвал женщину! Что вы делаете? Господа, успокойтесь! Успокойтесь, прошу вас, оставьте меня! Господа, какой тигр! Господа, обещаю вам, в следующий раз он обязательно упадет, господа! Обещаю, я обязуюсь! Стану я тебе за 25 рублей шею ломать! Хозяин, я так больше не могу! Тут какой-то осел хотел застрелить меня, другой каяться заставлял! Это не по уговору! Полиция! Немедленно составить протокол! Позвольте, господа, сейчас мы приведем его к дознанию. Да, господин исправник, вы же меня, ну вы же меня знаете. Ну не могу же я его заставить падать, если он не хочет. Не гоняйте! Тихо! Кирилл, побереги. Слушаюсь. Эй, вы там! Наверху! Вы будете падать? Или нет? Нет. Сознавайтесь. Не желаю я падать. Он сознался! Он сознался! Протокола! 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 Успокойтесь! Домой! Я сказала домой! Домой! Папа! Господа! Негодяй! Господа! Помни! Я прошу вас, господа! Я прошу! Пишем. Господин хозяин, скажите, когда? Когда он упадет? В следующий раз. В следующий раз, сударыня. Завтра. Я привяжу его не так крепко. Нет, я требую. Господа, не так крепко, господа. Завтра. Ну где же вы все?
Снимите меня! Сволочи! Thank you.